принимаете пустырник, чтобы успокоиться, выбирайте пустырник Forte Evalar с высоким седативным эффектом и быстрым успокаивающим действием. Пустырник Forte. Почувствуйте разницу. Произведено Evalar по международному стандарту GMP. Evalar. Гарантия качества. Здравствуйте. В студии Екатерина Керн с информацией Гидрометцентра России на пятницу 2 декабря. По данным синоптиков, утром в Бийске и Белокурихе воздух прогреется до плюс 1 градуса. Чуть холоднее в Змеиногорске, там 0 градусов. Минус 3 в Славгороде, а в Алейске, Бийске и Тальменке обещают 2 градуса ниже нуля. Прохладнее всего будет в Рубцовске, 4 градуса со знаком минус, а в Заринске теплее всего минус 1. В Барнауле утром 2 декабря столбик термометра опустится до минус 1 градуса. В краевой столице будет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. И это вся информация о погоде. Я, Екатерина Кир, на этом прощаюсь и желаю вам приятного вечера. До свидания.